продолжим с того момента, на котором мы сейчас остановились. То есть мы сказали, что у нас в теории есть связи, которые можно сформировать так, что тензор энергии импульса на мировой поверхности равен нулю. Ну, это на классическом уровне, а на квантовом уровне можно действовать, например, аналогично тому, как действие приготовления к динамике, там называют методом Гутта-Блёйера. И, соответственно, вот эти уровни связей, из них выделяют часть положительную частотную и отрицательную частотную. И наша цель, чтобы маточный элемент между физическими состояниями от связи занулялся. Это будет квантовая интерпретация связи. Но мы не можем потребовать, чтобы весь этот оператор связи занулялся, да, потому что там между его, так сказать, гармониками этого оператора или значениями в разных точках есть нулевые коммутаторы. Если этот оператор занулялся, он не согласуется с нулевыми. Вот. Но мы можем потребовать, чтобы положительно частотные гармоники связи зануляли физические состояния, все геометропространство физических состояний. То есть сказать, что во всем вот этом исходном пространстве состояния Гилберта он физически образует подпространство, и вот выделить вот этим условием. Вот таким вот условием. Да? Здесь к нулевой гармонике, к N0, добавлена константа, которую еще нужно определить. Почему? Ну, это следствие неоднозначности некоторой в написании соответствующего оператора на квантовом уровне. Потому что на квантовом уровне у нас возникает вопрос об упорядочении операторов здесь. Но для неравного 0m вопрос на самом деле реально не возникает, потому что эти операторы коммутируют все входящие в это выражение. Если m не 0, то вот эти вот соответствующие альфы коммутируют, как мы в прошлый раз видели. Но вот если n равно 0, то это как раз соответствующие операторы рождения и уничтожения здесь входят, да, вот в произведение. Поэтому вопрос, в каком порядке их писать. Вот. Но здесь мы написали этот здесь нужно иметь в этой формуле, давайте будем иметь в виду определение L нормально упорядоченное, то есть операторы уничтожения после пишутся операторов рождения, то есть они вначале действуют на средства оператора уничтожения, вначале действуют на функцию. Вот. А здесь тогда нужно какую-то константу написать. Если мы буквально, ну, константа на самом деле оказывается вычислимой. Вот. Дальше, значит, конечно, интересно посмотреть, вот какие коммутаторы между этими гармониками связи возникают. Вот эту... А, ну мы на следующем слайде посмотрим. Ну, посмотрим. Сразу же объясню. Пока вот просто интересный вид коммутаторов между вот этими генераторами симметрии. Вот без второго Солдаймова в правой части такая алгебра возникает, в частности, если мы рассмотрим преобразование окружности, когда мы меняем параметризацию.
в этой окружности. Либо, если мы рассмотрим все возможные формы преобразования контекстной плоскости, то есть преобразование z' на f от z, где f от z — это аналитическая функция от z', то есть которую можно представить в виде ряда окружности. Если посмотреть, какие тут генераторы, ну а генераторы берутся из того, что действительно эту функцию нужно разложить в ряд, считать коэффициент разрежения маленькими, как раз вот, то есть описать это в виде z плюс сумма а mt на z, это сумма по всем рядам. Это формальный ряд, как написано, но можно считать, что на самом деле только конечная часть вот этих вот параметров, можно пусть эпсилон называется, считающие маленькими параметрами, индивидуальное преобразование если рассматривать, вот, то значит z, да, добавляются такие вот добавочки степенные, каждая из них вот как раз вот некое независимое преобразование, и вот они как раз и соответствуют на самом деле вот этим вот генераторам. Если посмотреть, какая между ними возникает алгебра, если мы вычислим коммутаторы от таких. Что за группа, как она говорит? Это группа кофорных образований двумерных, а алгебра генераторов называется алгебра регрессора. С2c это конечная под алгебра. Это алгебра, ну, весьма замечательная, важная. Вот. Но оказывается, что в двумерии, кроме вот этой вот подалгевой конечной, есть еще вот и бесконечный набор дополнительных преобразований. Вот. Вот если между такими преобразованиями вычислить коммутатор, как раз получится первое слагаемое на левой части. Ну там m надо индекс тоже определить. Нужным образом, конечно. Вот. На квантовом уровне может возникать вот такая вот добавка, где c в правой части — это некая константа, которая характеризует данную теорию. Называется центральным зарядом. Да, вот для свободной такой теории, где у нас было d большое полей, то есть d большое было число координат, для этого случая легко вычислить, что вот эта константа оказывается равна вот этой размерности пространства времени. А мы здесь фактически первое, что Денвер на физическом состоянии занимался именно не везде. Да, да, то есть, ну как обычно, в общем, матричный элемент между физическим состоянием должен зануляться. Соответственно, часть генератора будет занулять физическое состояние действия на них слева, да, прям. Если положительное, L0 будет с некоторой вот константой действия занулять, а при отрицательных L будет занулять
этот, эти генераторы, два уже в состоянии. Ну, то, что пропустили, можно будет, как вы знаете, в записи на сайте кафедры посмотреть. Мы обсуждаем аудиобусиметрии, двумерно-конформная теория всякой есть, в том числе вот и для свободной газонной струны. И, собственно, это и определяет те свойства струны в основном. Вот. Ну, и мы говорим, что вот у нас есть связи, и мы их накладываем таким образом, что часть из них с положительной частотой замыляет физическое состояние, а с социальной частотой, значит, оно замыляет их графика соответствующая. Ну, что соответствует тому, что вот я запишённая. Поэтому, если мы будем сопряжем это равенство, то мы получим вот такое равенство. Ну а вместе они гарантируют, что любая комбинация связей имеет нулевые маточные элементы между физическим состоянием. Потому что для одних будет замулять кет-векторы, да, а для других с отрицательными будет замулять равенство. Вот этого мы добились, значит, ну, как вот это С, на самом деле С вычисляется элементарно, то есть никаких, никакой регуляризации не требуется, не требуется даже никаких сложных действий, реально просто вот буквально надо посмотреть генераторы, коммутатор генераторов с n равным минус m, так что будет работать соогаримо, и вполне там вычисляется, вполне конечная сумма дает вот такую кубическую зависимость от m, и константа там получается d. А на альфа обычные осцилляторные коммутаторы, да? Да, да. Ну, давайте теперь воспользуемся этими условиями связи имеющимися и посмотрим, какой же там получается спектр физических состояний. Ну, конечно, мы сможем посмотреть только самые низколежащие, но они самые интересные, конечно. Ну, если просто взять основное состояние всех осцилляторных мод, вакуум, так сказать, да, но с каким-то импульсом, который мы еще должны найти, вот, то, значит, какие условия у нас имеются? У нас условия связи с положительными все выполняются, потому что там везде входит оператор уничтожения, которые все, поэтому все эти ХЛМ с положительным М, это очевидно с нуля это два состояния. Вот. Поэтому нетривиальное условие только одно с L равно нулю. Андрей, слышишь, вакуум с импульсом K, это как сказать? Ну это, вот, конечно, вот тут просто такое выражение, вот, я так выражаюсь. На самом деле это не это частица. Это частица, а вакуум только в смысле вот этих осцилляторных мод. В смысле вот этой двумерной теории поля, да, которую мы сейчас рассматриваем, это состояние с неразбужденными всеми этими модами.
как этот импульс в этом случае, это не импульс на этой вот двумерной поверхности, а просто некий заряд внешний, сохраняющийся. Это не тот P, который в продолжении на... Тут самый, да, вот его собственное значение, после его собственного значения, да. Да. Четвертых вектор. Ну, там можно выбрать систему, в которой он там вдоль времени направлен, если это нормальная частица. Если это частица тахион, да, тогда вот его пространственно подобно какой-то координатор мы можем отправить. Вот. Ну вот условие как раз отсюда получается какое? Вот это вот L0, это сумма фактически квадрата импульса, четырехвектора импульса, плюс число заполнения этих осцилляторов, умноженное на частоты этих осцилляторов. Частота снежного осциллятора, она там фактически пропорциональна номером осциллятора. Тоже целое число. Вот. Ну, все эти числа заполнения у нас тут ноль, поэтому ничего не остается, кроме суммы квадрата четырех импульса, ну не четырех, конечно, а г импульса в данном случае, плюс вот эта вот самая константа. Поэтому условие, которое получается на квадрат массы, вот такое, квадрат массы, это функционально А, ну, дальше есть размерный коэффициент, связанный с натяжением, то есть просто натяжение здесь числить фактически. Ну и там какая-то двоечка, которую я там не стал вычислять, но не проверить тут тоже. Есть там двоечки, нет двоечки. Но знак вот такой вот плюс. То есть знак написан. Вот. Ну, отсюда, конечно, еще пока ничего нельзя сказать про эту константу. Но можно будет сказать, если мы рассмотрим сейчас еще одно состояние, которое уже соответствует возбужденному однократно осциллятору с самой маленькой однократной частотой. То есть первым осциллятором, первым возбужденным состоянием. Ну, таких вообще-то осцилляторов D большое, да, поэтому можно либо по отдельности действовать, либо свернуть их с некоторым вектором E, который можно назвать, то есть такую суперпозицию, произвольным образом направить направление, в котором мы возбуждаем. Вот. Ну, получится такое вот состояние. Еще раз, D большое это что такое? D большое размерность пространства времени. Поэтому, ну, осцилляторов, соответственно, вот этих вот, ну, пробегает от 0 до D-1, да? Вот, в принципе, мы можем по отдельности идти рассматривать такие вот состояния. Можем, в принципе, и комбинацию строить сразу линейную вот с вектором и с ворячиванием. Где связи там есть, наверное, по отдельности? А вот сейчас мы связи и проверили, там условия, по отдельности, поэтому буквально нельзя. Там получится единое пространство, но в нем еще надо выделить это пространство все-таки. И действительно, в этом случае, во-первых, нетривиальным образом работает связь с нулевым номером, которое и там, кроме того, что было вот для такого вот этого состояния, которое мы до этого посмотрели, кроме этого добавился вклад от числа заполнения единичка вот одного из осцилляторов, да, вот, поэтому не А здесь, а единица плюс А. М, вот это? Ну это масса просто.
Здесь на массы не путать с теми, конечно, номерами этих целых числа. Сейчас, где эта масса в операторах? Это там, это, ну это, во-первых, это просто синоним от квадрата четырех вектора импульса. Значение просто. То есть там сидит k, там в квадрате у нас связь связывает там с некой константой. Ну а ну, это, ну, как квадрате, там, или масса, это, конечно, одно и то же. Ну, минус, потому что я все стараюсь сигнатуру писать не привычную там из курса, а как у нас, как, скажем, логарифмщица, а все-таки подходящую к случаю, когда размерность может быть произвольной, когда минусов больше гораздо, чем плюсов, поэтому все-таки сигнатурские предположения пишу, поэтому минус как квадрат, вместо привычного там плюс как квадрат. Вот. И кроме этого уже пройденного условия появляется второе здесь, потому что один из вариантов возбужденный, поэтому вот здесь вот сопартывает один материальным образом вот этот вот F. В него, значит, входящий оператор уничтожения, он если мы его протаскиваем через этот оператор рождения, просто дает коммутатор, вот, и поэтому дает коммутатор нулевой, поэтому вклад в этом условии не тождественно выполняется, а только в случае, если вот свертка вектора Е и вектора четырех импульса зануляется. Все-таки К1 это четырех импульс. Да, К1 это четырех импульс, вот с тем, которым сейчас рассматриваем, вот это вот с однократного возбуждения. Чтобы отличать от вот того К, который был перед этим, я индекс эту двоечку написал. Ну да, да. Я все на четырех называю, но надо я хочу, что у нас производится. А оператор импульса ты вводил или нет? Оператор был там под возражением термомодом. Просто можно выбрать состояние, где он имеет определенное значение. Поэтому здесь мы уже рассматривать просто собственное значение этого оператора. Ну, как он должен... То есть если в квадратном представлении, это плоская волна, бегущая, конечно, обычным образом. А если в выпускном представлении, ну вот просто ну, в общем, имеет определенное, можно взять так, что состояние, в котором он поимел определенное значение, и вот поэтому здесь мы уже рассматриваем, здесь у нас уже K это просто обычный. Он должен следовать, если 3 или 7 3, как у него в каком-то смысле можно вывести, конечно. Убедиться просто, что это есть K. Да, можно, конечно, тоже, что это действительно, что его сохранение следует там из симметрии относительно сдвигов в пространстве времени, когда нужно что-то. Вот. Ну и что же такое мы получили? Мы получили, что состояние вот это вот характеризуется некоторой волновой функцией, которая является вектором, да? То есть частица векторная. Частица векторная. И значит дальше возможны разные случаи. То есть от того вот квадрат массы положительный, отрицательный или нуль.
если квадрат массы положительный, то вот это условие просто означает то, что в системе покоя это состояние частицы описывается под пространственным вектором, да, как и должно быть обычное условие для массивной частицы необходимое. Если если А отрицательное, то у нас это состояние имеет отрицательный квадрат массы. Не понимаю, мы А находим или мы его каким хотим, таким и полагаем? На самом деле, вот из этих соображений, рассматривая этот спектр, все-таки его можно определить. И даже размерность пространства времени тоже можно определить. Но, правда, чтобы определить размерность, надо еще и следующее возбужденное, то есть второе надо еще посмотреть. Подожди, то есть ты хочешь делать так, чтобы это векторное состояние имело нулевую массу, да? Да. И когда это все эхилон появится, или что? Да, то есть оказывается, что единственный вариант самосогласованный здесь, в том числе самосогласованный с учетом того, что мы потом должны выводить взаимодействие, ну и видно, что он уже, в общем-то, выделенный в этом случае, это когда масса вот этого векторного состояния оказывается нулевой, то есть А минус единица. Но в этом случае у нас вот такое вот скалярное состояние оказывается с отрицательным квадратом массы, то есть эхилон. Ну, на самом деле это не означает полную непригодность вот этой все-таки модели, но это означает, что возможно вот этот вот вакуумное состояние, соответствующее плоскому пространству времени, все-таки не является настоящим вакуумным состоянием, что оно неустойчиво, да, то есть почему? Подобная ситуация возникает, если мы рассмотрим теорию какой-нибудь скалярную, в которой имеется потенциал, да? Теория Ходжинса, это такая вот. Вот. Ну и если мы здесь будем, то есть потенциал имеет вид такой, что при маленьких фи имеется максимум, ну тогда если потенциал писать, тогда он знак, что здесь писать, да? При маленьких фи у нас максимум, но есть и минимумы при не нулевом, их в каком-то значении фи, да, нужно вычислить. Вот. Ну и еще при еще больших фи, при возрастании и бесконечности потенциала. Ну и если мы будем раскладывать вблизи нуля, получим квадратичное разложение потенциала, соответственно, мы можем какой-то вот здесь приписать фи квадрат массы, но как раз обязательно получится. А на самом деле настоящий вакуум вот этот и этот, и вблизи этих вакуумов раскладывая, мы получаем уже вторую производную нужного знака, положительного, да, и соответственно, то есть, так, знак все-таки будет правильный. Вот. А здесь знак второй производной, какой нужно, квадрат массы положительный у настоящего вакуума. Ну и это означает неустойчивость вот этого вот наивного вакуума. А, то есть у нас неправильный вакуум здесь?
Да, вот здесь, значит, этот вакуум все-таки неправильный. Какой, как построить именно правильный, не разбирались. Более поздние времена люди. И, в общем, как-то продвинулись тоже в этом направлении. Ну, конечно, это усложняет существенную теорию. Раз нельзя остаться на уровне плоского пространства времени. А у нас же L0 действует на состояние, вот на это 0К, и дает нам минус k квадрат. А почему тогда мы пишем, что k квадрат это пропорционально на альфа со штрихом, оно же тогда должно быть просто равно вот из этого условия. Ага. Давайте вернемся. А там я просто на самом деле за коэффициентами не следил, поэтому вот это вот оно я написал, что тоже пропорционально импульсу. Но там есть корень из альфа-штрих на самом деле, во-первых. Еще какой-то численный коэффициент, типа двоечка, плюс двоечки там. Я их не выписывал, поэтому вот. Ну, когда согласуется, вы правильно заметили. А здесь я уже вписал разменный коэффициент, а значит сама все равно не стал писать. А размены откуда делятся? Ну вот это натяжение, на самом деле, разложение. Не-не-не, я не про это, я говорю, вот размерность, которую у тебя, она становится... Дыра, откуда берется. Ну вот с этих еще не видно, на самом деле. А что будет из там, да, то есть уже со спиноблоки. Там просто видно, что при D тут какой момент есть? Что, значит, в частности, зачем мне, в принципе, еще связи накладываются, помимо всего прочего, что без, если связи не наложены, то вот это вот состояние с Е вдоль времени, да, ну, равное нулю, если взять только так, такую поляризацию, что у него норма отрицательная. А в физических состояниях нам надо добиться, чтобы все нормы были положительные. Но что там еще может быть? Там еще могут возникать среди вот этих исходных состояний состояния с нулевой нормой. И в конечном итоге нам нужно сказать, значит, что мы рассматриваем целый класс эквивалентности состояний в качестве физического состояния, берем не отдельное состояние, а класс эквивалентности с точностью до добавления любых комбинаций состояния с нулевых норм. То есть к физическому состоянию φ можно добавлять любые состояния пси с нулевой нормой. Это считается тем же самым состоянием. Все, такой фактор пространства. Смотрим места. То есть мы берем в большом гиблетовом пространстве без учета связи, во-первых, подпространство физических состояний, которые тем условием выделяется, а дальше еще и берем из этого пространства свой фактор пространства по пространству физических состояний с нулевой нормой. Ну какие-то могут дать переход из этого состояния в физическое состояние, это же и не ведет.
Да, поэтому действительно все тогда операторы взаимодействия, которые мы должны брать, они должны обладать таким свойством, что они должны переводить физические и нефизические состояния. Да? То есть должны быть нулевые матричные элементы между физическими и физическими состояниями. Нет, ну это вообще вопрос следующий, то есть мы еще взаимодействие будем рассматривать. Ну смотри, вот во-первых... То взаимодействие еще должны определенные свойства обладать, не переводить физически, не физически. Нет, ну бог с ним со взаимодействием. То есть, как я не понял насчет Е нуля, у тебя же когда у того условия Е на К, оно фиксирует, что тебе Е на самом деле, да, если у тебя Е вдоль... Ну да, то есть это условие уже вот это условие для положительных квадрат масс уже делает норму состояния положительных, да? То есть все в порядке. Но сразу же видим, что в случае, если квадрат масс здесь отрицательный, то есть состояние с отрицательной нормой. То есть в связи их не убрали. Это уже означает, что все-таки единица плюс А должно быть либо 0, либо положительное. Для самосогласованности отрицательное все-таки не может быть уже отсюда. А в какой момент это то, что ты говоришь, вот это просто невероятно? И да, действительно, это вот эквивалентно гривочная реальность. Только это важно, чтобы у тебя вот эти вот состояния с нулевой нормой, они были еще ортогональными тем тоже. Потому что, ну, понимаете, да, то есть иначе у тебя нормы не будут власти эквивалентности определенной. Тебе надо, чтобы при прибавлении эта норма оставалась на месте. Поэтому если у тебя фи сократится, ну, то да, вот фи тоже нужно. Мы действительно видим в этом случае, что в случае, если масса нулевая оказывается в состоянии А равно минус единица, если, то значит у нас имеются физические состояния, которые физические в смысле того, что связи предваряют с нулевой нормой действительно. То есть это состояние, где Е пропорционально К1, если К1 в квадрате 0 в этом случае, да, это значит, что норма нулевая. Это как раз значит, что в этом случае пограничном возникают состояния с нулевой нормой. Ну, оказывается, что вот как раз те случаи, где есть дополнительные состояния с нулевой нормой, они самые интересные, потому что действительно состояние с нулевой нормой означает, что у нас есть какая-то симметрия прибавочная дополнительная. Поэтому именно в этом случае нам удается взаимодействие вести интерчевым образом. Очень понятно, как это связано с нормой. А масса связана с нормой. Норма это же норма отсюда просто мы можем. У нас скорее возведение мы уже ввели заранее в исходном визуальном пространстве, поэтому мы можем просто вот из этого выражения мы можем уже вычислить норму обычным образом, с центрами оператора обычными, там коммутаторы мы задали их, все вычисляется, получается действительно квадрат вот этого четырехвектора, вот он действительно конечно, равен нулю, если это пропорционально такому вектору, которого понадобится. То есть отсюда видна выделенность, да, этого случая, когда А равно с единичку. Но до конца мы это не будем выяснять вопрос и вводить, что для полной непротиворечивости нужно еще и B26. Не, выделенность как раз это не пока не видна, что единица плюс А должна быть в тяжелом параметре.
Да, но что в случае, когда равно нулю особый, что там вместо массивной электронной частицы возникает безмассовая электронная частица. Это видно на самом деле. Дальше с некоторыми дополнительными рассуждениями, которые не так сложно. Ну, это некий недостаток. Но в суперсимметричной струне там его нет, да, там все начинается без массового состояния. Что еще интересно посмотреть, конечно, кроме этого. Интересно посмотреть случай замкнутых струн, ограниченного строя, соответствующих замкнутых струн. Вот что мы здесь на самом деле увидели интересно? Мы увидели, что мы можем в принципе здесь получать безмассовую электронную частицу. То есть это у нас будет соответствовать калибровочным бозонам. То есть вот в спектре открытых струн, значит, есть калибровочный бозон. Подходящих условиях, там всякие константы возьмем. Вот. А теперь давайте посмотрим таким же образом на состояние замкнутых струн. В чем там особенность? Особенность в том, что там удвоенный набор этих генераторов симметрии. Одна половина соответствует бегущим на левом этом, другая бегущим на правом. Они независимы для замкнутых струн, естественно. Да? Коммутационные соотношения у них те же самые, то есть внутри каждого набора аналогичные тем, что были для открытой струны, но между собой коммутируют. То есть просто два независимых набора не надо в симметрии есть. Вот. Ну, разница еще одна существенная в том, значит, что примерно равно нулю, что происходит. Примерно равно нулю, то есть здесь два условия получается. Одно условие дает то, что разность этих операторов примерно не имеется в виду. Зануляет физическое состояние. Размножение и того, и другого импульс квадрат входит одинаково, импульс один на самом деле, да, то есть вот. И здесь он просто сокращается, и это условие говорит, что, так сказать, полное число заполнения этих мод и этих мод, и на левом бегущих, и на правом бегущих одинаково. То есть, ну, числа заполнения там считаются с коэффициентами, вот с этими с целыми, соответствующим номером модуля. А другое условие, это опять условие на массу в квадрате, но и берется оно из того, что сумма, значит, этих. Генераторов плюс некоторая константа своя, которую там тоже нужно как-то выделять. Зануляют физическое состояние. Ну и это условие, оно практически аналогичное тому, что мы для открытой струны видели. Единственное, тут входят числа заполнения и тех, и других мод суммы одинаковые.
есть в массу вкладывают эти люди. Но мы только что видели, что они, поскольку еще и равны, да, то можно просто там и по отдельности рассматривать. Андрей, еще раз повторить, что это за константа? Зачем она вообще нужна? Почему только к нулевой моде прибавлять? Может, к остальным тоже можно? Для нулевой моды есть вопрос из-за... из-за вопроса об упорядочении операторов. Потому что в нее входят в L, в 0, входят такие комбинации. Которые как раз операторы рождения и уничтожения в следующей моде. Поэтому в каком порядке их ставить, некоторые вопросы. Есть. Поэтому константу какую-то можем произвольно попробовать написать. И это не будет противоречить коммутационным соотношениям в орбиту Юрасура. Если в другие генераторы мы не можем даже вписать никакую константу, это нам испортит все коммутационные соотношения. А здесь это, если присмотреться к орбиту Юрасура, это она допускает. То есть вот это вот А, ты как бы подбираешь из тех же условий, из которых ты половинку убиваешь в нулевых модах в обычном фантомане, да? Да, да, это вот нулевые моды фактически. Если мы буквально их начнем суммировать, мы даже расходящуюся сумму получим бесконечно наивно. Но на самом деле мы, конечно, можем в определении генератора вести нормальное упорядочение, а вот в уравнении связи вписать некоторую константу, которую мы там дополнительно должны определить из условий способности. Вот. То есть здесь опять будет условие такой массы, и в остальном все то же самое, кроме того, что вот после двойной наборы. Ну и дальше, значит, какие тогда возможности есть? Есть возможность опять состояние скалярное, аналогичное вот этому. И на него тоже одно фактически индивидуальное условие будет, которое выразит его уклад массы через эту константу. Но второй нейтральный случай здесь уже не векторная частица, потому что векторная частица в этом случае не удовлетворяет такому условию. То есть мы не можем к замкой струны взять, возбудить один осциллятор. Обязательно, если один возбудили левый, мы еще и один и правый должны возбудить. Да? То есть нужно на осцилляторный вакуум подействовать оператора для левый мод рождающий состояние и оператора рождающие состояние правой. Ну, вот это вот H, и как его назвать, ну, куда будешь шагать, назовем. Ничего особенного, не называют это название. Вот. Вот, кажется, такие состояния можно рассмотреть, да? Значит, можно рассмотреть. Я что хочу, то и рассматриваю. В чем проблема? Ну, они просто наиболее простые, следующие по сложности после такого совсем ничего не включено где, да? А вот это не удовлетворится условие, да? То есть этот оператор будет замерять, а этот выдавать единичку. То есть оказывается какие-то такие тензорные частицы, да, здесь с двумя индексами следующие по сложности. А вот симметрия мы никак не ограничили тут пока что. Поэтому на самом деле все и можно их разбить на симметричные тензоры поляризации
антисимметричные, и из симметричных выделить след еще. То есть след симметричные, скалярные появилась еще одна частица, и симметричные. А симметричные это дальше мы увидим, когда мы будем супергравитацию, просто гравитация, вот какие здесь возникают теории, если смотреть только безмассовое состояние, мы увидим, что вот что вот этот вот симметричный тензор описывает гравитон, но он, конечно, симметричный без, если еще безмассовый, то, конечно, и должен гравитон описывать. А вот скалярное или несимметричное состояние это некоторая такая материя, которая несколько модифицирует на сущность гравитацию. Ну, ну вот имеются там такие вот безмассовые дополнения к да. И, конечно, для таких состояний можно тоже посмотреть и условия вот это вот, что дают. Ну а давайте оно будет какое-то выражение для массы примерно вот такого же вида, как здесь, ну, наверное, там двоечка будет вместо единички. Да. Ну и опять же, отсюда можно сказать, что чтобы не было состояний с нулевой нормой, с отрицательной нормой. Можно вопрос, а почему мы не можем на тому нижнему условию тоже константу подобрать? Вот в отеле, да? Заряды разные. Ну да, с этого ударом будет заряд, а он будет двигаться. Давайте плюс один. Ну вот это, по крайней мере, симметрию между кораблевыми модулями нарушил как-то, да? Ну некрасиво. Нет, после, конечно, красоте не вопросом, не красотой определяется, а возможно какие-то будут проблемы. Но если, ну понятно, что оно там должно быть как минимум целое, да, это разница, иначе мы вообще таких не удовлетворим. Можно лишь какой-то придать смысл такой теории? Даже не скажу, не знаю, запретить сразу не могу, подумайте вот сами там этим вопросом. По всей видимости, все-таки нельзя, да? Но чем плохо? Ага. Почему, значит, разные, значит, вопросы? Ага. Ну и опять же, если мы здесь возьмем такую константу и в этом случае, чтобы от массы этих мод будет отрицательным, то тогда понятно, что будут и моды с отрицательной нормой в этом случае. Это тоже случай нужно исключить сразу. Масса вот этой моды тензорной нужно оставить возможность либо и нулевой быть, либо запасы положительные. Почему там в этом случае будет отрицательная норма, если масса отрицательная? В общем, ну, можно такие подобрать моды, да, но, ну, видимо, они должны быть по одному индексу пространства, да, подобно один индекс, а один линия, да, взять. Пространство занимали, или как бы линия, они что-то будут с отрицательной нормой. И, с другой стороны, они не запрещены ничем. Да? А что, в общем, запрещает? Ну, вот аналогичное вот этому условие.
тоже есть, да, то есть если с L1 рассмотреть условия, то это по состоянию то можно отсюда вывести, что в L1 у нас там есть оператор уничтожения, свернутый с волновым вектором, да, там сумма входит с Гальмова вектора, там альфа 0 на альфа 1. Оно когда сюда действует, коммутируется с оператором рождения, вот с этим соответствующим, и выдает свертку волнового вектора с дезаполизацией. И поэтому, чтобы это было ноль, нужно, чтобы поперечник был этот тензор по отношению к четырехвектору импульса. Ну, если он времени подобный, это означает, что в этой системе просто пространственный чисто тензор должен быть. И массивная частица с какой должна поляризацией. Но вот если все-таки этот вектор К оказывается пространственно подобным, будет масса отрицательная, если, то значит это условие уже нам не исключит моды с отрицательным очевидным, да, в этом случае. Если мы берем вот такие моды, где вот такие компоненты нулевые, то получается отрицательная норма по сути. Вот. Ну и естественно наиболее интересный вариант здесь тоже, когда квадратом массы вот этих мод нулевой. В этом случае мы получаем дополнительную симметрию большую, такую же, как в гравитации, естественно, и можем идентифицировать этот тензор, симметричную часть с гравитационным полем, частицу с 1064 гравитоном. Вот. Ну и оказывается, что только в этом случае можно ввести взаимодействие неподходящим образом, когда на других вариантах это очень дельно. А основное состояние еще один тахион оказывается. И как мы увидим, в общем-то, в теории с открытыми струнами обязательно должны быть и замкнутые струны возникать. Ну, потому что, например, объединиться двум открытым струнам можно в замкнутую струну, да, можно себе легко представить, что картинку нарисовать даже может быть сложно, но легко представить себе такой цилиндр, который внизу разрезан до некоторой высоты на две полосы отдельные, которые представляют собой открытые струны. Дальше они в один момент объединяются, значит, в целый цилиндр, и получается струна уже замкнутая, да, которая распространяется какого-то времени. В конце концов она может превратиться снова в пару или больше открытых струн, а может так и остаться, вылететь из замкнутой струны. Или распасться там на две замкнутые струны, например, тоже может. Да? Это вот уже мы стали обсуждать вопрос взаимодействия, но взаимодействие как раз так устроено. Где? Посмотрите, взаимодействие рассматривают поверхности двумерные с какой-то нетривиальной топологией.
Ну вот, наверное, это достаточно про аспекты бозонной струны. Уже мы так довольно много времени потратили на нее. Теперь, собственно, думаю, что можно обсудить вопрос, как же добавить фермионы сюда даже. Мы самое начало этого вопроса успеем обсудить сейчас. Ну, так, мы доской воспользуемся. Каким же образом обобщать эту теорию нашу, каким образом вводить фермионы? Ну, первое, что приходит в голову, оказывается правильным, ну, а других вариантов самосогласованных на самом деле как-то и не берется придумать. Это взять и к набору бозонных полей, которые мы до этого рассматривали, живущих на двумерной поверхности некоторой, к этим бозонным полям добавить еще и двумерные фермионные поля в каком-то количестве. То есть у нас были поля с одним пространственным векторным индексом, две штук. Интерпретировали как координаты в пространстве времени. Теперь мы можем добавить поля, которые никакой такой вот координатной интерпретации вести не будут, но будут с точки зрения этого мирового места фермионами. В каком количестве их добавить? Вопрос возникает. Но как-то вот мы это должны сделать, рассмотреть свойства преобразования и при пространственно-временных поворотах, скажем, да? Вот x у нас вектор, а это поле, конечно, тоже каким-то тензором должно быть с точки зрения пространственно-временных преобразований. Ну и варианты, конечно, ну, надо простейшие рассматривать. Самый простой вариант, когда пси это скаляр пространственно-временной, на самом деле, оказывается, ничего хорошего не дает вирусам своей словной теории. А вот случай, когда это поле несет один пространственно-временной индекс, то есть является вектором с точки зрения преобразований пространственно-временных полностью. Этот случай оказывается действительно интересным вообще. Ну и кроме того, раз это спинор на мировой поверхности, то у него есть, значит, и спинорный индекс какой-то. Ну вот как описывать спиноры двумерные? Сколько у них там вообще индексов? Какая размерность двумерного спинорного пространства? Ну, если не требовать симметрии относительно отражений, то можно обойтись одной компонентой всего в двух измерениях. На самом деле, потому что в двух измерениях с любым спином частицу, в принципе, можно одной компонентой описать. И спин 1,2 здесь не исключение. Но это просто потому происходит, что группа поворотов, ну или преобразование Лоренца в двумерном пространстве,
она адиабатическая, абелева, то есть и коммутивы, конечно, будет преобразование. Поэтому и все представления, и приводимые тоже вот этой группы одномерные. Но если мы потребуем также и симметрию относительно отражения какого-то, то есть между лево-бегущим и направо-бегущим модулями, то тогда нам надо двумерное пространство рассматривать для фигур. Это аналогично тому, что вот в четырехмерном случае, если нам не нужна симметрия относительно отражения, мы можем обойтись двухкомпонентными спиногами, а если ввести симметрию относительно отражений, то приходится удваивать размеры, да, то есть отдельно вводить левую и правую спиногу. Ну, здесь все то же самое, только в два раза меньше размерность развития этого пространства. Ну, как вводить спиноги в Обенжан? Совершенно аналогично они вводятся в любой размерности, так же как в четырех измерениях. Нужно добавить к Обенжану такое вот слагаемое, где есть какие-то гамма-матрицы, ну давайте их там двумерные гамма-матрицы обозначать ровно. Значит, с каким-то коэффициентом, конечно, но который, в принципе, можно включить в определение этих полей, поэтому можно его и не писать. Вот. Ну, минимум единицу там можно написать отдельно, хотя и можно в определение его вписать. Вот. И действие, значит, у нас в этом случае вот этот фермионный вклад, ну и, конечно, никуда не делся вклад бозона, который мы только что посмотрели. Ну, индексы на поверхности договоренной, конечно, с помощью двумерной метрики сворачиваются, но мы здесь берем плоскость. Несложно было бы и произвольно написать. Здесь мы уже писали, здесь произвольной геометрии тоже несложно. А мы только вариант писали по аналогии, что это просто у нас двумерная теория. На самом деле мы хотим какую-нибудь свободную тоже теорию получить, двумерную, да. И с фермионами. Ну и свободные, для свободных фермионов Лагранжан только такой. Дальше мы только что сказали, что мы хотим рассматривать этих спиноров тоже там штук. Да, тоже чтобы это был вектор по составлению, поэтому вот индекс мы сюда тоже приписываем. Константу можно в определение все вписать, поэтому по удобству. Только у XMU, да, есть? Ну, для пущей симметрии давайте вот и общим множителем это запишем. Даже мы можем его быть, что мы делаем. Там же ты тоже можем делать. Да, ну там как бы из каких-то физических соображений мы хотели, чтобы размерность у X была длина. И, соответственно, нам размерный множитель потребовался. А здесь мы пока никаких соображений нет, но чтобы они как-то посимметричнее входили, давайте мы действительно этот множитель впишем общим. А вот тот вектор из спиноров, разные компоненты отвечают разным фермионам? А...
Вот разные значения индексов. Ну, на самом деле, тут вот вопрос интересный, вот в каком отношении, что сам пси, он является спинором по отношению преобразований на мировом листе, да, в двумерном преобразовании. А по отношению к пространственно-временным преобразованиям он образуется как вектор. Поэтому вот его связь конкретная с пространственно-временными спинорами, на это пока еще не очевидно из того, что мы здесь записали. Но хотя бы он все-таки соответствует, как я еще не сказал, но сейчас как раз и скажу, что феноменом в том смысле, что по крайней мере, что описывается коммутационные соотношения, для него берутся соответствующим феноменом. А если мы описываем это на языке функционального интеграла, тогда интегрирование для него пишется Гасманово, в отличие от икса, бозонных переменных, для которого интегрирование пишется обычное. Да, да, вот если мы сейчас будем квантовать эту теорию, мы, конечно, интересуемся этим сейчас, то для пси тоже разложение по ботам, конечно, получится. Да, давайте сейчас к этому перейдем. Во-первых, обычным образом, так сказать, уравнение Дирака, как двумерное для вот этих вот пси, можно вывести из этого действия. Привычным образом. Да, что получится? Получится уравнение свободное для временных, да, в случае двумерных. Ну, его решить несложно. Естественно, оно тоже решение оказывается суперпозицией бегущих волн различных. Конечно, нужно смотреть какие-то граничные условия, если мы хотим конечную длинную струну рассматривать. Тогда, значит, либо она замкнутая, опять же, либо с свободными концами, но это мы, опять же, уже, на самом деле, определили здесь. Поэтому вот характер этих граничных условий уже, на самом деле, определен тем, что мы уже такие условия ввели для бозона. То есть если струна свободными концами, то и для пси надо что-то вроде периодических условий наложить. Если периодическое для бозонных, то и для пси периодическое, скажем. А если для бозонных переменных свободные были концы, то и здесь логичные условия нужно вводить. Ну, чтобы это как-то подробнее посмотреть, ну, надо какое-нибудь представление для двумерных гамма-матриц задать. Ну, на самом деле, их можно взять в виде каких-нибудь двух сигма-матриц Паули. Вот. Ну, для того, чтобы сигнатура правильная была, одну из них можно еще на длинную единичку домножить. То есть можно взять, например, ρ1 в качестве σ1, а ρ0 в качестве минус σ2, скажем, можно взять. То есть несимметрично. Такой набор возможно. Конечно, есть другие представления. Но есть идеальные. Черта здесь означает умножение,
Windows напряжение и умножение на ноль, даже вообще в данном случае. Ну, а вообще-то буквально тогда здесь в действие входит произведение ρ0 на ρ, да? Ну, если посмотреть, что это тогда, то, значит, ρ0 в квадрате, значит, получается, да, для примера ρ0. Это минус единица, а произведение, если мы равны единичке, то равны на ρ1, это диагональная матрица получается, сигма 3, да, получается. Минус сигма. На самом деле это совсем простовительное это действие. То есть и вот эти две компоненты, которые там, скажем, Пси 1 и Пси 2, да, можно называть, которые входят в этот спинор, они здесь в это действие входят по отдельности совершенно. Поэтому и, ну, тогда понятно, что вот один соответствует модам бегущим налево, а другой направо соответствует модам бегущим. Это видно просто потому, что из того, что здесь вот эти производные по времени сворачиваются, значит, входят с единичной матрицей, да? Альфа равно нулю. А то есть комбинация D0 с единичной матрицей, а производная по сигма 1 входит с матрицей минус сигма 3. В таком где-то входят действия, здесь сопряженные соответствующие. Ну и поэтому на верхние компоненты, значит, действует комбинация производных разность. Производных по времени и по временной пространственной координатам сигма. А на нижней компоненте действует сумма. Ну и уравнение, ну, это, то есть это уравнение мы сейчас фактически рассматриваем умноженное на время, да, что обещает сделать. И уравнение тогда сводится к тому, что верхние компоненты зависят только от комбинации сигма 0 плюс сигма 1, да? Тогда разность производных зануляется, то есть это волна, бегущая налево, а нижние компоненты зависят от разности, волна, бегущая направо. То есть фактически, что вот мы сделали здесь, мы ввели переменные,
для бегущих волн по отдельности налево и направо. И вот именно таким образом для симметрии право-лево и оказалось выполнено. Если бы мы только одну из них видели, бы, да, тогда вот у нас нарушалась бы симметрия. Что же здесь дальше интересного нужно сказать? Да, что вот уравнение мы написали, вообще решения простейшие получились. Ну, дальше, конечно, это можно и в виде ряда Фурье разложить, но остается вопрос о граничных условиях. Да? И граничные условия ну, должны быть такие, чтобы не возникало превалирование создаваемых на границах также. Превалирование при выводе уравнения движения из гравитационного принципа могут возникать вклады на границы, да, там, поверхностные члены. И, ну, их также не должно быть. И из этого условия получаются граничные условия. Ну и для открытой струны тогда граничные условия возможны два, на самом деле. Вот важный момент, что таких условий здесь окажется не одно, а два варианта. Один. Для открытой струны как раз вариант на самом деле один, конечно. Сейчас. Сейчас, а что ты собрался варьировать, я не понял еще раз. Граничные условия для пси обсуждаю, какие возможны. Как они формулируются хотя бы? Ну, на самом деле, давайте вот периодический случай вначале рассмотрим для всех условий. Ну и здесь, если у нас изначально была вот эта периодическая условия, замкнутая струна, тогда здесь также мы можем потребовать периодичность. Вот. Но второй вариант, который здесь возникает, можем потребовать также и условия второго варианта. Есть, что на одном краю. Минус все на другом краю. Ну, другой край у нас в координате π там находился. Мы договорились. Это вот так вот. И этот, поскольку это фермионы, вот оказывается, что это тоже не противоречит ничему такое внешнее условие. Ну и вот эти два варианта на самом деле и нужно рассматривать. А условия на производные на самом деле в этом случае фермионов и нельзя наложить независимо. Да? То есть аналога условию Неймана, которое там у нас было. Здесь же не первый порядок. Да, поэтому здесь это просто невозможно. А что за открытие струна делает? А по бозонам будет... По фермионам все равно вот периодические условия. Или антипериодические. То есть тоже два варианта, но вот только вот разница либо плюс-минус.
Ну и периодически гречные условия рассматривал Пьер Рамон, а антигреческие Андрей Левю и Джордж Ватс чуть-чуть позднее, чем Рамон. Вот. И кажется, что нужно рассматривать и те, и другие, и полностью в гречных теориях нужно брать вот те состояния другие вместе с некоторыми еще дополнительными условиями. Ну, а что это говорит эти условия, что они нам дают с точки зрения возражения по модам? Разложение, значит, будет. Давайте вначале в случае периодических рассмотрим условия. Периодичность обеспечена, да? Если положительные черные числа, то если сигма 1 меняем на пи, то значит не меняется полная функция. Ну, аналогичное, конечно, разложение и для этих мод есть. По своим, со своими какими-то коэффициентами d, да, там, поэтому к этим можно индекс какой-нибудь там налево бегущий, да, написать, а к этим разложение по направо бегущим. Здесь уже минус. А, значит, для этих периодических условий разница, значит, в чем? Чтобы знак менялся при изменении сигма 1 на пи, надо, наоборот, здесь нечетное взять, да, целое число. То есть, это, значит, Рамон, условия Рамона. F значком обозначают, а условия Невёль-Шварца то же самое, но эти коэффициенты возражения обозначают B буквами, значок полуцелый, по которым проходит не полуцелый, а ну как вот, чтобы здесь были нечетное целое число, ну, можно написать аналогичное выражение, но суммированное вести по R полуцелыми. Это более единообразная эти формулы позволяют все это записать. Для гармонических. Дальше, что, во-первых? Во-первых, надо вспомнить, что у нас еще был индекс здесь в 18-й ревью. Ну, сколько не все между собой не взаимодействуют, да, то добавить его легко. Ну и
характерная разница, на самом деле, между этим и этим случаем в том, что вот здесь вот в сумму входит нулевая мода. В случае Рамона есть нулевая мода здесь. D, 0. Коэффициент. А в случае Нибель-Шварца нет так нулевой моды возражения. Ну, дальше нам интересно вывести кондиционное соотношение между этими операторами. Но они, конечно, вполне себе аналогичны соотношениям для фермионных мод, какие должны быть, выводятся из того, что мы для пси и пси-крест пишем в разных точках сигма 1, 0, 1, 1, сигма 0, сигма, сигма 4, давайте напишем. Сигма 1, сигма 1, 4, антикоммутатор. Он должен быть дельта функции. Ну-ка, естественно, для одного и того же поля, если здесь у нас полей много, то должны быть и индекс, есть еще и спинорные вот эти вот двумерные, то тут соответствующие, конечно, дельта функции силового коллектора должны быть и для этих индексов альфа и бета. Ну а чтобы была гольцевская симметрия для мю и ню, то значит здесь должна быть метрика. Ну это просто реально вводится из действия, конечно, как всегда. Это вот такие соотношения антикоммутационные. Ну а это пси-крест, конечно, дельтафункционный антикоммутатор, а между собой пси и между собой пси-крест в один момент времени антикоммутируют полностью, как всегда. Ну, из такой записи для вот этих вот мод мы можем, конечно, вывести кондиционное соотношение, антикондиционное, конечно, естественно, соотношение. Правда, вот про нулевую моду, вот то, что я вам тут написал, конечно, вот экспоненту для нулевой моды писать, естественно, неправильно, это не будет решением. А для нулевой моды, конечно, надо писать какую-то линейную зависимость от сигма 0 и сигма 1. Но такую, чтобы она удовлетворяла вот этому периодическому условию, да? Но это означает, что сигма-1 туда входить и не будет, да? Сейчас не понял, для периодических условий как раз константа нормально удовлетворяет. Константа, да, ну, в этом смысле то же самое, что для бозонной нулевой моды. Вообще говоря, тут действительно можно написать, значит, давайте здесь это при m не равно нулю, будет выражение, и отдельно для нулевой моды. Напишем d0. Константу некоторую, да, плюс. Нечто, вообще-то, говоря, умноженное нельзя написать, да? Просто это не будет удовлетворять, то есть, вот такое, вот аналогичное слагаемому с импульсом, да, линейное. Просто здесь нельзя написать, потому что это первого порядка уравнение. И это просто не будет удовлетворять.
Там, поскольку было второго порядка, то это слагаемое второе производное нулевые имеет, да, и просто оно все равно вылетало, и это было решение. А здесь нет, поэтому вот этого нет здесь. Есть только константа. Ну и здесь соответствующее тоже. Ну и вот, наконец, мы можем на сегодня получить последний интересный, значит, ответ и на этом остановиться до следующего раза. Это действительно получить коммутационное соотношение между этими операторами разряжения по модам. Ну, естественно, оказывается, что разные моды антикоммутируют между собой полностью. И там нетрудно получить, что точно так же, вот как в бозонном случае, они не в ноль антикоммутируют, только если сумма индексов равна нулю, то есть если г равно минус n, вот. А в числителе здесь обнаруживается еще надо или не надо. Нет, в данном случае не надо, очевидно, да. В отличие вот от бозона случая, где просто чисто из удобства на самом деле вводили коэффициент правой части. Здесь это и неудобно, и не нужно. Ну, конечно, индексы ню и ню входят в виде метрики плоской. Ну и, естественно, все-таки коэффициенты некоторые в этом возражении, константы нормировочные, можно подобрать поточнее. Мы сейчас за ними буквально не следили. И они тут, в принципе, могут быть какие-то, да? Но они нам не затемняют сути того, что вот действительно получаются антикоммутаторами, и они не ноль только вот при таких вот условиях, которые вот этими тензорами и задаются. Левый и правый точно так же, антикоммутаторы ноль, да? Да, эти наборы разные, они, между ними все зануляется, они в оранжан входят просто независимо от там виде суммы, поэтому они никак не зацепляются совсем. Вот. Ну и что тут последнее замечательное наблюдение, что вот это вот для особо интересной получается антикоммутатор для нулевой моды, которая в случае Рамона есть. А там n не равно нулю, да? Там n не равно нулю. Ну вот здесь, в принципе, везде годится. И для нулевого тоже. И для... Да, да. Для нулевого одинаково, это как раз вот этот случай нулевой моды. И что тут получается? Получается антикоммутатор как для гамма-матриц. Но гамма-матриц уже пространственно-временных. То есть... Вот, то есть набор уже из D антикоммутирующих между собой на антикоммутирующих при том не в ноль, а на именно на метрику, да? Матриц, то есть это
соответствует алгебре гамма-матриц, ну и там в математике называют алгебре Гиффорда. Ну и соответственно, отсюда вот как раз и возникают пространственно-временные фермионы, как раз вот из-за наличия вот этой фермионы, этих матриц Дирака, что мы только что заработали. Каким образом? Ну, потому что это же гибридное пространство, оно должно давать представление для вот этих вот операторов, в том числе и нулевых мод. А у них вот такая вот алгебра, да, этих мутаторов. Ну, соответственно, вот представление должно быть представлением этой вот алгебры, гамма-матриц. Но это представление, это спиновое пространственно-временное. Просто потому, что все свойства представления, полностью все представление описывается только исходя вот из этого типа мутатора. То есть можно найти размерность, которая оказывается равна степени двойки. И все прочее. Но мы более подробно это немножко посмотрим в начале следующего занятия. Сегодня мы завершим. То есть, ну то, что мы нашли здесь пространственно-временные спиновы, это радует. То есть, что это обобщение было, значит, правильно. Вот. Ну и именно благодаря тому, что вот у ПСИ был именно векторный индекс, да, именно благодаря этому вот эти вот нулевые моды именно обладали векторным индексом, как положено, так сказать, матрицам Дирака. Если бы там взяли какие-то скалярные по пространственному индексу поля, то не получили бы такую алгебру, с которой бы у нас спиновые пространственно-временные бы получались. Ну а другой момент, то что нулевой моды такой нет в случае граничных условий антипериодических, да, потому что там ну, нет нулевой моды возражения. И, соответственно, там среди тех состояний нет спиновых пространственно-временных. Они касаются бозоны с точки зрения пространственно-временных свойств образования бессилок. Бозоны. То есть в секторе Неве-Шварца, в чистом вот, одном, оказывается только как раз бозоны. Даже конституционное соотношение перевернуто. Они действительно антифункциональность, то есть с точки зрения двумерной теории, это фермион, у них те же антифункциональные соотношения, но в возражении по модам нет слагаемого с нулевой частотой, соответственно, там все эти антикоммутаторы имеют несколько другой вид. То есть они все имеют вид, что вот с некоторым M и с некоторым минус M антикоммутатор, значит, ну, это, вообще говоря, отличается несколько от алгебры гамма-матриц, хотя, конечно, наверное, можно здесь выделить некоторую комбинацию, которая будет антикоммутировать полностью, и в то же время комбинацию, которая будет этому соответствовать. То есть на самом деле в чем-то похоже, да, но не буквально все-таки совпадает с алгеброй Гамма. То есть нельзя сказать, что такая же, что не в нулевых модах, да, когда вот здесь разные операторы. И у нулевых, что у них одна и та же алгебра. Но на базовые примеры не похож. Это, ну, вообще, да, надо сказать, что это тоже некоторая
про действительно родственное, но у нее все-таки удвоенный набор этих операторов, по крайней мере, да, поэтому вот, разница некоторая в то же время тоже есть. Хотя действительно, вот из одного из этого не стоит утверждать столько, что там нет фермиона. На самом деле, там действительно, как раз если присмотреться, что фермионов нет, но по крайней мере, вот для новой моды коммуникационные отношения действительно такие, что это в точности соответствует однозначно в чистом виде гао-матрицам. Здесь это несколько другая алгебра, хотя, конечно, родственная, видимо, можно свести даже, если постараться, тоже алгебру. Вопрос такого общего плана. А существуют какие-то нормальные варианты теории струн сейчас без суперпартнеров? Просто учитывая, что эти суперпартнеры не обнаружены на коллайдере, может. Нет, вот для суперструн, для самосогласованности на самом нижнем фундаментальном уровне суперсимметрия обязательно. Но с другой стороны, это никак не противоречит тому, что в природе не наблюдается суперсимметрия при низких энергиях, потому что известны различные способы нарушить спонтанно или еще каким-то механизмом суперсимметрию, и тогда действительно наблюдение будет согласовываться. В принципе, такой нужно найти какие-то экспериментальные подтверждения. Непосредственно вот теории струн сложно найти подтверждение, потому что все-таки соответствует слишком большим энергиям. Но с другой стороны, по мере, так сказать, все-таки продвижения по шкале энергии экспериментального и по мере все-таки углубления понимания следствий из теории струн феноменологических, все-таки какое-то соприкосновение вероятно будет. Просто будет больше ограничений, которые можно будет наложить на следствие из теории струн теоретически, ну и больше информации из эксперимента. Если это начнет как-то пересекаться между собой хорошо, тогда, значит, это будет интересно.